Добрый вечер. Да. Наверное, уже скоро вечер. Да? Значит, меня, правильно, Сергей представил, зовут Константин Кичинский, я работаю в российском консорте. Есть вещь, которую я не хочу рассказывать, я не хочу, что называется, продавать телефон или призывать всех там купить телефон. Это, наверное, не та задача, ради которой не стоило сюда приходить. Вещи, которые я хочу рассказать, это скорее какие-то вещи, которые были заложены в платформу и то, как это переносится на непосредственный процесс разработки приложений. В этом плане у меня, наверное, нет каких-то иллюзий относительно того, что люди могут предпочитать разные вещи, им могут нравиться разные вещи. Кому-то нравится iPhone, кому-то нравится Android, кому-то Windows Phone, это все замечательно. У меня вам скорее вопрос того, что как только, допустим, вы хотите зарабатывать деньги и делать деньги на том, чтобы разрабатывать приложение, скорее всего, вас тоже в меньшей степени волнует, какие лично у вас предпочтения, вас волнует то, где можно заработать денег, и поэтому нужно делать приложение вот те платформы, где это можно заработать, либо вы там себя сознательно ограничиваете. Собственно, наверное, вот такую подтекст. Значит, первая вещь, которую я хотел рассказать, это, собственно, вот сама платформа. Я не буду рассказывать технических вещей, я не буду рассказывать, как чего рисовать. Значит, я расскажу скорее вот о том, что называется метро дизайн. Метро — это некий такой вот язык, фундамент для того, чтобы строить приложение с точки зрения дизайна и концепции, которые туда заложены. И смотреть на то, как метро развивался у нас в Microsoft, на самом деле он появился не с Windows Phone, а первая вещь, с которой он появился, какие-то зачатки — это Windows Media Center. Если кто-то видел или попробует сейчас открыто, вы увидите, что там есть какие-то элементы стилистически похожие на то, что есть, допустим, Windows Phone. Дальше, собственно, у нас были устройства, которые назывались Zoom. Последний из них был Zoom HD. На российском рынке это недоступно. Но, в принципе, концепции там интерфейса, они туда уже были заложены. Были какие-то другие устройства, был, в частности, Surface. Сейчас это там тот же самый Xbox, с которым обновленный интерфейс, он тоже наследует элементы. Метро, само собой, Windows Phone, ну и такая вещь, как Windows 8, о которой я сегодня не буду рассказывать по внутренним ограничениям, потому что мне об этом нельзя рассказывать. Но, тем не менее, какие-то концепции метро дизайна, они будут и там. Если кто-то видел какие-то там превью, ролики и так далее, то, соответственно, мне этого делать нельзя. Там тоже какие-то концепции метро дизайна есть. Важный момент. Опять-таки, я не буду рассказывать ничего про Windows 8. Стилистически метро похоже и там, но важно понимать, что это разные форм-факторы, это разные платформы, разные с точки зрения разработки, разные с точки зрения возможностей. Это означает, что хотя с точки зрения дизайна, может быть, эти вещи похожи, стилистически похожи, на самом деле это метро-язык, есть одинаковые принципы, но если их перекладывать уже на конкретную реализацию, оно работает несколько по-разному с силу ограничений. Выключился. Мне его надо ближе, да? Хорошо. Значит, если смотреть, что у нас случилось, откуда, собственно, вот этот метр взялся. У нас был Windows Mobile. Давайте такой вопрос. Кто пользовался Windows Mobile любой версии? Как здорово. Вот. Если вы видели или пользуетесь Windows Phone, вы первое, что увидите, что это совершенно другая платформа. На самом деле, в какой-то момент стало понятно, что Windows Mobile, несмотря на то, какая бы она хорошая, там не считали ее, стало понятно, что с точки зрения перспективы дальнейших многих лет ее развивать было достаточно трудно. И в какой-то момент, соответственно, команде там, дизайна, проектировщиков, там, разработчиков, им дали карт-бланш для того, чтобы попробовать, а что бы сделать, если бы была бы новая система. Они в каких-то аспектах повторили путь, который делала команда Zoom, они пользовались тем же вдохновением, и, соответственно, первый вопрос, чего мы хотим от этой платформы. Здесь есть несколько вещей, есть вещи, которые просто трендовые сегодня, от которых нельзя убежать. Мы хотим работать напрямую с контентом, наверное, мне слово «контент» не поместилось, но тем не менее, да, сегодня все интерфейсы стараются делать там пальцы ориентированные, прямой ввод и так далее. Вторая вещь, с которой это может быть в неком смысле фундаментальная концепция платформы, это то, что мы хотим быстро понимать, где мы находимся. Это касается того, что даже язык метро, он называется метро, и он называется потому, что в том числе это связано с навигационными системами. Задача навигационных систем — позволить человеку быстро понять, где он находится. Третья вещь. Нам очень хочется, чтобы это было живым, чтобы интерфейс откликался на действия пользователя. Не обязательно он должен быть везде супер-пупер анимированным, но
если это анимация, какие-то переходы, они должны подсказывать пользователю, где он находится. Ну и, наконец, четвертая вещь. Для нас было очень важно, чтобы это устройство было не просто личным, которое лежит там в кармане у каждого человека с личными контактами, но с тем, чтобы эта личность персонализации телефоном была максимальной, насколько мы ее можем сделать в разумных пределах. Это касается настроек внешнего вида, это касается интеграции с социальными сетями, это касается вот всех вот этих вещей, которые можно сделать лично. Я, наверное, чуть позже приведу пример. С точки зрения вдохновения, это навигационная система, это типографика, это различные печатные продукции, инфографика, карта метрополитена Нью-Йоркского. Ну, как вариант, да, то есть таких вещей, которые вдохновляют, их довольно много. Важна особенность всех этих вещей в том, что хотя они там выглядят удачно, там интересно, они позволяют быстро считать информацию, понять, где чего находится. На самом деле, правда в том, что ни один пользователь не приходит для того, чтобы нажимать на кнопки в приложении. Он приходит для того, чтобы получить информацию, контент, поиграться, но не для того, чтобы нажимать на кнопки. В этом плане для нас было важно, чтобы на первом плане был действительно контент. Метапринципы, они в зависимости от того, кто рассказывает, как рассказывает. Я старался перевести на русский язык, но смысл в чем? В том, что если вы будете смотреть другие презентации моих такого коллег, в зависимости от времени, когда они были выпущены, сами эти принципы могут формулироваться по-разному. Просто если вы будете заниматься исследованием, даже, может быть, мои презентации, какие-то записи смотреть, вы увидите, что они могут формулироваться по-разному. Они действительно вместе с языком эволюционируют. У нас перестраиваются какие-то приоритеты, внутреннее содержание оно фактически одно и то же. Вопрос формулировки принципов – это вопрос расстановки приоритетов. Собственно, о них я и расскажу. Первая вещь, которая нам сегодня важна, она заключается в том, что важно, чтобы приложение было адаптировано под платформу. На сегодня в обществе понятно, что сделать прототип приложения или простое относительно приложение функциональное, да, может быть неудобное, но функциональное, это сделать достаточно просто. В этом нет какой-то большой такой вот гиперзадачи, не посильной и так далее. Важный вопрос в том, чтобы сделать приложение, которым хотелось бы пользоваться, и которым бы хотелось продолжать пользоваться. Да? Собственно, вот тут вот важно обращать на множество маленьких деталей. Конечно, нужно отдавать себе отчет в том, сколько вы вкладываете, какую отдачу вы получаете, вплоть до самого банального, чтобы вложения, которые вы там финансовым ресурсом делаете, чтобы они были самоокупаемыми в том ином виде. Ну, например, да, это приложение как Salesforce для изготовления коктейлей. Здесь интересный момент, да, то есть ребята постарались, и вплоть до того, что когда делается коктейль, здесь может быть не очень видно, здесь перечислены ингредиенты, трава Грумерия, но картинка сделана специально для этого коктейля. Когда они добавляют новый коктейль, картинка отображает в точности те ингредиенты, которые нужны. Да? И вот это внимание к деталям, не просто привести там набор ингредиентов, но и показать чего как, это действительно заслуживает уважения. Ну, вот, пример, который они делают в миксах, другой пример, да, тоже. Причем вот внимание к каких-то вот мелочах, то, что выводятся какие-то подсказки, сколько информации, сколько блоков, здесь текстовое содержимое, иконки, как они расставлены, сколько вот этих вещей туда вынесено, какие задачи вынесены на первый план. Все это, соответственно, играет роль. Ну вот пример приложения, которое я какое-то время назад рассматривал, наверное, пару недель уже, значит, это было публичное рассмотрение. Я предложил, чтобы мне прислали, я публично рассматривал. Это можно найти, например, в моем блоге. Но вот то приложение, как оно выглядит сейчас, там дальше я не говорю, что оно сейчас выглядит вот так вот. На самом деле оно сейчас так в маркетплейсе не выглядит. Это было просто предложение. Попробую переделать вот так. Вопрос в чем, что сейчас оно приложение выглядит вот так вот. Там есть перевод в Гугле, перевод там в Бинге, но в общем-то далеко не очевидно, какое слово куда переводили. Это то, что можно сделать легко. Следующий шаг – сделать так, чтобы это было понятно. Подсказать где-то, с какого языка на какой переводили, расставить акценты с тем, чтобы исходная фраза была на первом месте, а перевод был на втором, а не то, как здесь сейчас, например. Да? И как только это начинает работать, оно начинает совершенно по-другому смотреться, играть. Другой пример – это приложение ребят из Новосибирска. По-моему, они его должны скоро обновить. Для Windows Phone приложение «Радар» оно позволяет сделать очень простую вещь. Сказать, где отметить на радаре, скажем так,
помощью координат какую-то там цель, где вы оставили машину, а дальше он там показывает на радаре, куда нужно идти с тем, чтобы до машины дойти. Идея очень прикольная, то есть если есть Windows Phone, попробуйте, скачайте, все замечательно. Опять-таки, внимание, детали, они сделали такую забавную штуку, но оказывается, если смотреть внутрь Windows Phone, то вот такая концепция круглых иконок с контрастной рамкой круглой, она очень сильно похожа на то, что используется для кнопок в Windows Phone. И это означает там подсознательно, бессознательно, что вот эту штуку ее можно нажать. На нее на самом деле можно нажать, можно на всю надпись целиком, а не только на эту кнопку. И как только фокус перенесен туда, баланс он смещается. А, собственно, что я, например, предложил им сделать, я не знаю, реализуют они это или нет, во-первых, убрать вот эти круглые штуки, все, чтобы поставить иконку. Во-вторых, здесь вот меняется для той цели, которая задана, там появляется компас вместо иконки. Но на самом деле, как только появляется компас, вот эту структуру он все нарушает. Поэтому компас выкинуть, поставить, подсвечивать, может быть, иконками, там, цветом, акцентом, та цель, которая заведена, ну и как вариант, да, вот здесь вот не видно, здесь на самом деле вокруг тонкий круг, здесь вот еще такая вот стрелочка, которая показывает на север, и направление на машину, куда идти. То есть вот эта вещь с компасом, если копаться в деталях, ее можно трансформировать в вещь, которая не будет менять первичную концепцию того, что есть иконки, которая подсказывает, что это за цель. Она не будет нарушать вот эту вот встроенную линию. Ну вот это вот как один из вариантов деталей. Что еще важно, безусловно, важна сетка того, как располагаются элементы в приложении. Ну, например, да, это вот стартовая страница, но сетка она важна и во всех других страницах. Здесь вот, пример, допустим, неправильной разметки. У нас есть такое стремление, например, в частности, оно проявляется в том, что элементы они должны линейно по вертикали быть выстроены в некоторой иерархии. Я понимаю, что у меня инбокс, я понимаю, что я читаю все сообщения, вот это все сообщения. И за счет вот этой рамки они должны выстроиться в единую концепцию. Но как только вот эти сдвиги появляются, это просто нарушение проектирования того, как оно должно быть. Просто подумайте, если вот эту штуку с Динарой 3 подвинуть еще настолько же вот сюда, то она окажется под Unreal. И это означает, что это сразу нарушение того, к какой информации это относится. И поэтому то есть все вот эти выравнивания, вертикально, горизонтально выравнивания элементов относительно друг к другу, это действительно начинает играть огромную роль. А почему в том числе? Потому что интерфейс он становится довольно аскетичным с точки зрения визуальных вещей. Поэтому наличие сетки и проектирование элементов, все вот эти отступы между различными элементами, они начинают играть действительно огромную роль. Второй принцип. Быстрее подвижнее. Буквально несколько примеров для этого. Что важно, да? Это пальцевый вот на вот этом устройстве, да, здесь уже там, хотя на каких-то устройствах может быть клавиатура, конечно. Тем не менее, да, все вот эти вещи, они очень сильно отличаются от, может быть, того, что было там 5-10 лет назад. Почему? Потому что когда был еще там, 20 лет назад, да, там, если я ввожу информацию с помощью командной строки, я готов к тому, что у меня будет там отдача. Ну, сейчас про отдачу я чуть позже скажу. Но тем не менее, да, там отдача быстро. А если я ввожу там с мышкой с клавиатурой, я готов к тому, что я могу мышку навести точно на цель и попасть туда. Если я работаю стилусом, я могу относительно точно попасть в цель. Если я работаю пальцем, но это палец, который имеет физический размер, в конце концов, который должен как-то телефону поняться. И это касается, например, того, чтобы нужно быстро попасть на цель, и размеры цели они должны быть сбалансированы. Вот рекомендуемый минимальный размер цели это 9 мм, в который нужно попасть. Вот этим пальцем. А если это меньше, то, соответственно, вероятность ошибки, она просто очень быстро начинает расти. Если цель... Да. Смущающаяся аудитория просит поближе микрофон, да. И прошу прощения. А то они там не слышат, пытаются читать по губам, но очень тяжело. Или клавиши или так, чтобы ручковую руку читать? Можно тогда еще... На самом деле, с головой есть микрофон, если удобно держать? Нет, мне вполне удобно держать, я просто, наверное, не очень привык держать его далеко, слишком близко. Опять-таки, да, то есть важность вот этого цели, и это накладывает определенное ограничение просто на размер того, что помещается в интерфейс. Просто если, к примеру, привести, давайте я просто отхочу на несколько слайдов, вот, чтобы наглядно пример. Вот это называется штука панель приложения. В панели приложения размещается некоторое количество икон. Максимум в Windows Phone их 4. Не потому, что мы жадные и не хотим, чтобы там было 5, 6 и так далее,
а потому что их физически, с учетом отступов и размера цели, и с учетом того, что здесь еще вызов там дополнительного меню, с учетом некоторых симметрий, их физически вмещается 4. Все. На этом, собственно, вопрос закрывается. А, просто потому, чтобы в них можно было нормально нажимать. Так. А, важность навигации. Значит, я вот буквально вот прямо презентацию нарисовал картинку. А, может быть, она просто вот я вот шел сюда и встретил, что есть некоторые проблемы. Важность навигации, она важна как в жизни, так и в телефоне на самом деле. А что это такое? Кто сюда ехал на метро? А кто ехал через Достоевского? Наверное, почти все. А вы когда выходили, видели такую картину? Значит, смотрите. А если вы ехали из центра, что происходит? А вы выходите из поезда, значит, вы идете дальше тут по лестнице, а вот здесь вот небольшая такая вот перила заграждения. Дальше вопрос. Если там нет людей, которые оттуда выходят, куда нужно идти? В реальности, если вы вспомните, да, если вы чуть-чуть ближе подойдете вот сюда вот куда-то, то вы увидите вот эти вот надписи здесь, что здесь проход, а здесь, что здесь там нет входа, что-то такое написано. Но важность своевременной подачи навигационной информации, она действительно критична. Почему? Потому что я вот только вот здесь могу спрогнозировать свое дальнейшее движение. Когда я вышел из поезда, я не понимаю, мне прижиматься сразу сюда или сюда. Вот, то есть, если бы они чуть-чуть подвинули красную надпись «Не ходите сюда», это было бы совершенно по-другому. Все то же самое работает в телефоне. А в Windows Phone с навигацией все еще, то есть ваша навигация, она еще важнее. Почему? Потому что там навигационная система, она немножко по-другому устроена, я чуть позже про это скажу. Что еще интересный момент? Отзывчивость. Да? Как только мы начинаем взаимодействовать пальцами, все становится сложнее. Почему? Потому что когда мы пальцы, это наше физическое устройство ввода с прямой там, отдачей в мозг. С пальцами, собственно, проблема-то какая? Если я мышкой нажимаю, я готов потерпеть там реакцию, там, процесс, как кто-то думает. Если я пальцами взаимодействую с чем-либо в физическом мире, я ожидаю, что отдача будет мгновенной. Поэтому очень важно, чтобы элементы, которые там дизайна, в дизайне используются, чтобы отдача была мгновенной. Более того, как только это пальцы ввод, я ожидаю, что отдача будет похожа на физическую отдачу. Если просто, к примеру, да, здесь выделяется элемент списка, если предположить, что он меняет цвет, это не та отдача, которую я ожидаю в физическом мире. В физическом мире я ожидаю вот такую штуку, что она чуть-чуть там продавливается, покачивается, она реагирует физически. И вот это очень важно, то есть я не буду приводить, может быть, там много примеров анимаций, но есть некоторый стандартный набор транзишенов вот этих анимаций, которые рекомендуется использовать в Windows Phone. Их буквально 4 основных, ну, соответственно, можно посмотреть детально. Третий пункт – это вопрос того, что сегодня мы живем в цифровом мире. Этот цифровой мир означает, что нужно стремиться к тому, чтобы цифровые возможности по максимуму использовать. Это касается множества вещей, ну, как пример, да, это соединение с облаком, подкачка каких-то данных. Просто пример, да, это приложение GMS. Если бы это просто была карта, ну почти вот без всяких дополнительных вещей, это был бы в полной мере аналог реальной карты. Правильно? Ну просто на телефоне. Когда оно становится цифровым по-настоящему? Оно становится по-настоящему цифровым, когда вы на этой карте можете помечать какие-то ближайшие точки, когда вы на этой карте можете помечать трафик, когда вы на этой карте можете там, показывать погоду и так далее. Как только вы накладываете дополнительные там, цифровые слои, как только вы подкачиваете что-то из интернета, дополнительные данные, там, персональные данные, а где вот мои друзья, это все становится совершенно на другом уровне. И, собственно, это то, наверное, к чему мы стремимся, и к чему, наверное, большинство пользователей сегодня вообще-то готовы. Другой пример, просто чтобы для контраста. Представь себе приложение. Очень простое. Оно требует угадать, какого цвета карточка. Там по умолчанию там, карточка с вопросом, у вас выбор. Синий, белый, зеленый, красный. Вот. Аналогия с физическим миром очень простая. Написать такое приложение на Windows Phone очень просто. Вопрос, вот, чтобы было понятно, может быть, детально. Что значит цифровой? Цифровой, вот, соединенный в частности с облаком, означает, что, как пример, да, это не просто карточки, а это карточки, которые, например, подкачивают изображение, соответствующее цвету, каждый раз разные из интернета. К чему это приводит? Это приводит к тому, что пользователь не через 10 раз ему надоест угадывать один и тот же цвет, а мало того, что угадывает, он угадывает там, каждый раз разную карточку. Да? У меня есть интернет, я могу подкачивать картинки, подгружать какие-то новые, либо загрузить там достаточно вещь.
Другой вариант, да? Карточки могут быть анимированы, и когда я переворачиваю, я вижу какую-то реакцию, может быть, она там с физической какой-то реализацией, поворот на телефон, просто там какая-нибудь анимация. Но это совершенно другая история с точки зрения вовлечения пользователя в работу с приложением. Да. Про типографию я, наверное, много не буду рассказывать. В телефоне есть базовая рекомендуемая семейство шрифтов, она называется Sigoid WP, специально сделанная под телефон. Тем не менее, это не означает, есть много параметров, которые вы все знаете, которые можно использовать. И за счет там, иерархии, там, допустим, размера шрифтов можно выстраивать иерархию информации. Важный момент. Вот это там другое количество базовых шрифтов, они встроены в платформу. Но это при этом, то есть мы рекомендуем использовать это. Во всех контролах вы найдете по умолчанию именно этот шрифт. Вопрос в другом. Если по каким-то причинам под дизайн вашего приложения вам нужно использовать другие шрифты, это не является проблемой. Наоборот, если вы с помощью этого можете придать характер приложению, то это, в общем-то, даже, скорее всего, правильно. Ну вот как пример Яндекс. Да, приложение, которое у Яндекса, у них все заголовки панорамы, они сделаны с помощью там, специального шрифта, который использует Яндекс. И он действительно отличается там, от встроенного шрифта Sigoid. И этот пользователь, он, в принципе, сразу увидит. Но при этом это характерная вещь для Яндекса. И хотя общий концепт сами соблюдены, приложение оно приобретает некоторый характер. Ну, про дизайн отзывчивость, опять-таки, да, там некоторые варианты переходов, здесь анимация. Обратите внимание, что различные вот такие вещи, там, то, как элементы приходят от одного экрана к другому, они позволяют прочувствовать навигацию по приложению. Это вот некий такой поворот. Поворот назад, когда я погружаюсь куда-то или перехожу назад. То есть есть некоторое количество стандартных анимаций. Просто как пример, да, вот этот наклон, который я показывал. Если сделать раскадровку, он выглядит примерно вот так вот. То есть элемент выворачивается, немножко так вот покачивается. В зависимости от того, в какое место я нажал, он может чуть-чуть продавиться, либо наклониться. Но вот такие вот маленькие нюансы, они действительно позволяют взаимодействовать с ним, используя привычные нам навыки взаимодействия физическими. Четвертая вещь, нужно стараться развиваться больше и меньше средств. Значит, почему это важно? Да? Есть вот такая интересная цитата. В принципе, всем, кто занимается хоть как-то там дизайном юзабилити, может быть, не эта цитата, но вывод из нее он должен быть знаком. Да? Пользователь стремится сделать как можно быстрее и проще ту работу, которую он хочет сделать. И это означает, что как только мы получаем устройство с ограниченным экраном по размеру, нужно делать приоритизацию, нужно на первом уровне вводить ту информацию, которую нужно пользователю, с тем, чтобы он ее получил максимально быстро. Характерный пример, который я часто вижу, допустим, это какое-то приложение, там, не знаю, с новостями, с чем угодно, да? Первое, что видит пользователь, который заходит на приложение, он видит меню этого приложения, первый пункт. Почитать такие-то новости, почитать такие-то новости, почитать такие-то новости. Но на самом деле он не приходит выбрать пункт меню, какие новости почитать. Он первое, зачем 90% времени приходит, почитать основные там главные новости. Это означает, что на первую страницу нужно вывести основные главные новости. Но второй момент, он тоже интересен, что как только пользователь появляется больше времени, нужно дать ему возможность погрузиться в детали, посмотреть, а что еще есть, что еще интересного есть. Ну, пример, да, другой. С точки зрения взаимодействия со всем этим. Вот в этом интерфейсе, в примере приложения, нет вообще ни одной кнопки. Ну, в привычном мире, да. Но при этом подсознательно я просто понимаю, с чем я могу взаимодействовать. Почему? Вот это первая страница. Здесь приведена основная информация, просто там текущие какие-то параметры, которые я понимаю, что, скорее всего, я с ними взаимодействовать не смогу, но вот здесь я вижу, что здесь чуть-чуть обрезан интерфейс, значит, я смогу его прокрутить. Здесь вот список. Я уже привык, что со списочными элементами, раз они что-то предлагают, скорее всего, я могу взаимодействовать. Я могу нажать, погрузиться дальше в детали в контент. Здесь текст, понятно, я его могу простроить, вот эта карта. По идее, я бы хотел с ним взаимодействовать. На самом деле, я из быстро понимаю с Windows Phone, если приложение спроектировано правильно, я понимаю, что напрямую, прямо здесь, я с ним взаимодействовать не смогу. Я могу на нее нажать и попробовать взаимодействовать дальше. Просто, почему я не могу с ним взаимодействовать, очень просто. Вот эта панорама, которая листается пальцами. Если я внутри панорамы, которая листается пальцами туда-сюда, сделаю карту, которая тоже листается пальцами туда-сюда, у меня будет конфликт.
значит, так делать нельзя. И пользователь, если вы так делаете, значит, вы нарушаете привычку пользователя работать с панорамой. Значит, так делать нельзя. Но он быстро учится, что на нее можно нажать и посмотреть, может быть, какие-то детали подробности. Ну, еще один пример. Приложение какой-то инфографикой, с картой, между разными экранами цвета там будут ходить. Значит, чего здесь еще интересного? С точки зрения управления и понимания того, как делается навигация, Windows Phone отличается, может быть, от других там платформ тем, что у него внизу есть ровно три кнопки, и у всех Windows Phone ровно три кнопки. Есть кнопка старт, которая приводит на стартовое меню, есть кнопка назад, которая делает назад по навигации, есть кнопка там search, которая вызывает поиск, и внутри там возможен поиск по приложению, внутри приложения. Значит, интересный момент, который опять-таки нужно понимать. Так, ну давайте просто для контроля вопрос. У кого iPhone? У меня нет, я для примера. Скорее нужно спросить, у кого нет iPhone. Ну, просто, значит, все могут проверить. Значит, вы заходите куда-то в приложение. Что вы делаете, чтобы вернуться назад? Я слышал. Что? Я слышал. Нет, ну назад внутри приложения. Да, значит, в айфоне вы привыкли, что у вас где-то в интерфейсе есть кнопка, которая приводит на предыдущее состояние. А в Windows Phone такой вещи нету. И на самом деле, если там почитать гайдлайны, рекомендуется, чтобы в интерфейсе не было кнопок, которые ведут на Home, не было кнопок, которые ну, на начальную страницу, чтобы не было кнопок, которые ведут там, на предыдущее состояние. Почему? Потому что у нас для этих целей есть целая аппаратная кнопка. На самом деле, если вы проведете над собой эксперимент, возьмете Windows Phone, то, скорее всего, первый ступор, который вы увидите даже на себе или там, на любом своем знакомом, как только он начал работать с этим приложением, он зашел в какое-то приложение, у него будет обязательно пауза, ее просто можно, то, что называется, глазами почувствовать, когда он хочет вернуться назад, он ищет в интерфейсе, куда же нажать. Почему? Потому что он не привык, да? А если возьмете пользователя Windows Phone, который две недели поработал, и дальше переведете его на iPhone, первое, что он будет делать, когда он пытается перейти назад из приложения, он будет нажимать на пустое пространство там, слева от там, вот этой кнопки внизу. А, ну вот это важно иметь. Значит, по навигации там выстраивается некоторая иерархия в стек навигации, соответственно, кнопка назад возвращает на предыдущую страницу. И это важно помнить, и это накладывает другое ограничение. То, что желательно не делать слишком глубоким стек погружения в приложение. Размечать информацию так, чтобы можно было вернуться. А если вы делаете все-таки по каким-то причинам возврат там, на главную, нужно думать, что происходит, когда он нажимает назад. Почему? Потому что если вы, представьте себе, у вас 10 уровней погружения, дальше возврат на главную. У вас есть стек навигации, который, если вы нажмете назад, он вернется назад с главной и пройдет все назад. И вот этот момент, здесь нет универсального решения, как его разрулить. Вы можете понять, что он нажимает назад и предотвратить этот переход. Но нужно каждый раз отдавать себе отчет, тестировать на пользователя, что они ожидают, что будет происходить дальше. Ну, пару слов буквально про то, как выиграть с платформой. Это пятый принцип. Значит, контролы, они используют по умолчанию вот эти все метры интерфейс, там, ГОСТ и так далее. Нужно стараться не делать вот таких вещей. Значит, не нужно портировать приложение с Android или iPhone один в один на Windows Phone, пожалуйста. Нужно делать, как сделал Amazon, они написали хорошее, красивое приложение для Windows Phone. Пару концепций, значит, есть пивот панорамы, я могу отдельно про них рассказать, но не в рамках доклада. Это специальная концепция для применения интерфейса, который используется практически во всех приложениях. Есть тема, про которую нужно помнить, у пользователя есть выбор, выбрать темное оформление, светлое оформление, акцентный свет. И, соответственно, внутри приложения, если вы меняете цвета, об этом нужно помнить. И либо вы можете использовать трофейный цвет, который сегодня нравится пользователю. Есть тайлы, это информация, которая выводится на главной странице приложения. Туда можно в приложение вводить дополнительную информацию. Это не просто иконка, а сделать ее активной. Ну, банальный пример, пока я еще листаю дальше. Приложение «Погода». Самое, то есть у меня не стоит, то есть я погоду обычно в окне смотрю, но тем не менее, да, если вы берете приложение с погодой какой-то, из него есть тайл, на главной странице прямо сразу вы увидите тайл, который показывает текущую погоду в городе. И на самом деле это очень прикольно, потому что не надо заходить в приложение. Если возьмете свой iPhone, какую погоду сегодня показывает иконка с погодой?
Ну, посмотрите. 23 градуса Цельсия, это же здорово, да? Всегда отличная погода и солнышко там, правда? Вот. Ну, собственно, вот в этом вопрос. А, значит, про интеграцию. Интеграция есть с поиском, с контактами. Вы можете понять, какие контакты есть у человека. Вы можете делиться там информацией. Как только вы интегрируете систему, это, соответственно, становится очень здорово. А, ну, давайте все, последний слайд. Значит, это еще раз принципы. Это еще раз мои контакты.